ловушке. Когда трудно добыть свежую пищу, росомаха может пропитать себя. Этот самец росомахи М23 вот неподалеку черный медведь пробудился от долгой зимней спячки. И уже несколько раз побывал в ловушках Джеффа. На этот раз верх одержал хитрый человек, а не росомаха. А медведь Но, несмотря еще не на пришел в себя положение, М-2-3 не сдается без борьбы. Джефф намерен усыпить росомаху. Эта процедура весьма непроста, поскольку вряд ли она понравится животному. Противостояние может легко перейти в яростную схватку. Росомаха не хорошо уступит свою добычу. Понемногу. Держи ее. Держи так. Еще чуть-чуть. Но медведь лишь еще проявил немного праздное любопытство. Поймал. И уверенное готово поведение росомахи заставляет его продолжить свой путь. Беременная самка понимает, что ей необходима всякая, любая доступная пища. Даже такая несущественная, как кожа и кости. Это поддержит ее в длительности.